В регионе работают почти 2000 избирательных участков. На одном из них в третьей школе свой гражданский долг этим утром поспешила выполнить заслуженный учитель России, член общественного совета по вопросам образования города Самара Наталья Толстых. Свое право, которое мне дано, я вот уже в прошлом году было 45 лет, как традиционно, ежегодно использую для того, чтобы высказать свою позицию, проголосовать так, как я считаю нужным. Поэтому голосовать нужно. Свой голос не нужно никому ни дарить, ни передавать, ни на что не надеяться. Для этого нам и дано это замечательное право принять участие в голосовании и сделать свой выбор. На участках обеспечена безопасность, контролируется соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. На входе каждому избирателю выдают набор, в который входят маска, перчатки и индивидуальная ручка, а также измеряют температуру. Все пункты оборудованы металлоискателями, везде дежурит полиция, как внутри, так и снаружи. Явка на вечер 18 сентября составила порядка 30%. Все больше голосовать идет молодежь. Это важно, потому что каждый должен принимать участие в политической жизни страны, влиять на то, как она будет развиваться, какой она становится будет в будущем. Воспользоваться своим избирательным правом можно сегодня до 20:00. Причем сделать это можно и онлайн, через портал госуслуг. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.